Купить, выбросить, купить. Маркетологи призывают нас покупать новые товары, которые, возможно, нам не нужны. Но соблазн настолько велик, что иногда мы не можем устоять перед нарядными витринами, которые призывают нас с помощью каких-то хороших скидок и, на первый взгляд, выгодных предложений. Что нам делать с постоянным желанием что-то приобрести? Как определить ту грань, которая отделяет увлечение от зависимости? И что такое шопинг? Хобби или болезнь? Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и с вами его ведущая Виктория Новикова. Хочу представить наших сегодняшних экспертов. Это Анна Сергеевна Парфишина, психолог-консультант, и Екатерина Гашук, стилист, фэшн-блогер. А также неравнодушны все-таки к новым покупкам, либо наоборот, которые не любят ходить по магазинам и всячески этого избегают. А давайте признавайтесь, кто из вас обожает проводить свои выходные в мегамолах или частенько заказывает товары в интернет-магазинах? Ну, как сказать, я не особо люблю непосредственно мегамолы, потому что не очень люблю большое количество людей, но во время каких-нибудь хэллоуинских распродаж в Steam или там Black Friday на Алиэкспрессе каком-нибудь, это круто, потому что ты просто, ну, знаете, такое чувство, как у Гоголя, забыл немножечко, коробочка, просто коллекционируешь ради коллекции, просто приятно иногда потратить деньги и осознавать то, что у тебя вот есть эта вещь, она тебе не нужна вообще, но она у тебя просто есть, и это приятно, вот и все. Слушай, а вот что ты испытываешь, когда покупаешь новые вещи, например? Ну, скорее всего, это радость от новой покупки, но чаще всего, когда я хожу целенаправленно, ну, шопинг для меня — это пойти не за чем-то конкретным, а просто пойти и купить то, что тебе понравится. Угу. А кто же тогда, на твой взгляд, такой, кто такой шопоголик? Тот, кто выходит, кто тратит деньги больше рассчитанного. Угу. Ну, а другие что скажут? Как часто вообще вы ходите в магазин? И запланированы ли у вас вообще покупки? Ну, для меня покупки запланированные не бывают, я хожу по надобности, но, скорее всего, я сначала определяю все по интернету и иду в магазин конкретно за вещью. Я уже определил, какой цвет, модель и так далее. А тратить для меня время на поход в магазин, это для меня это глупо, так как приоритеты у меня совсем иные. Угу. Но есть такое понятие, как запланированное устаревание товаров. Производители намеренно сокращают срок службы выпускаемых товаров, заставляя потребителей как можно чаще обращаться в магазин с приобретением новой, то есть найти замену, да, этому товару. Мы знаем, что бизнес обречен на провал, если нет оборотов товаров, да, то есть если он будет, ну, у него будет очень хороший срок службы. Как вы думаете, вообще может ли быть у нас стабильная, хорошая экономика без общества потребления? Ну, на самом деле, как по мне, не может. Ну, как показала практика Советского Союза, например, когда вещи делались, ну, надолго. Ну, у Советского Союза, конечно, и не было особо нужных вещей, но в любом случае. То есть постоянное потребление — это увеличение покупательной способности, увеличение производства, и, ну, так количество людей увеличивается их потребности. И поэтому без постоянной смены, без постоянного обновления рост экономики невозможен. И к тому же в этом обновлении, как по мне, нет ничего плохого, ну, просто люди, они, как правило, ну, купит какой-нибудь старый холодильник, да, у каждого есть бабушка, у которой есть старый холодильник, который, ну, живет он долго, потому что раньше где-то такая политика 90-х годов пошла насчет обновления товаров, особенно автомобиля, вот, или там старую копейку, и они могут в них копаться до вечности, и выходит что-то новое, а им пофиг, это просто работает, это неправильно, как по мне, потому что надо как-то стараться двигаться в ногу со временем и не застревать в ретроградстве в этом. Но, тем не менее, сейчас люди очень помешано на покупках, да, для них ничего не стоит поносить одну вещь или воспользоваться чем-то и просто выкинуть ее на свалку. Но мы же не отменяем того, все-таки, если глобально посмотреть на эту проблему, сколько загрязнений, да, у нас в мире из-за этого, что какие свалки, что ничего не перерабатывается. Вот, не знаю, люди должны об этом вообще думать или нет? Ну, об этом должны думать не люди, а скорее правительство, потому что, ну, что может сделать один человек, который пошел в магазин и потом выкинул целлофановый пакет? То есть он, конкретно он ничего не может сделать. Да, там нужно организовывать какие-то специальные мусорки, какие-то специальные акции, чтобы народ просвещать. Но так как это работает сейчас, ну, по крайней мере, в России, в Европе немножко по-другому все-таки, то есть, ну, у нас плевать правительству, плевать народу, вот и все. Артур, а ты как считаешь? Ну, для меня
очень важный вопрос, это переработки. В принципе, вообще любое производство должно быть безотходным, это в идеале. И предложения по утилизации старых вещей должны предлагать в первую очередь изготовители, так как они знают саму технологию изготовления. А правительства уже должны согласовать и принимать, или наоборот отказывать в этом обороте. Вот что для вас значит реклама, да, не знаю, там, будь то по телевизору или в интернете, да, девочки, не знаю, там новая косметика выходит, да, вам хочется приобрести этот товар как можно быстрее, то есть вы, вам нравится реклама, которая есть, она как-то действительно вас заманивает того, чтобы что-то купить? Вот микро. Ну, я думаю, что реклама – это способ зарабатывать у людей, и мы ведемся на эти уловки, и думаю, каждая девочка, увидев в рекламе новую помаду, побежит и купит ее. Ну, надо ли с этим как-то бороться, я не знаю. Я думаю, что это уже сложившиеся стереотипы, и что это уже как выстроенная пирамида, и больше никак ее не разрушишь. И вот наш главный вопрос все равно звучит так, да, шопинг, что это, болезнь или хобби? Давайте выскажите свое тоже мнение. Я думаю, то, что для каждого человека по-разному, но я скажу то, что я отношусь к шопингу положительно и думаю, что для меня это не болезнь, просто способ вырезать себя в одежде. Ну, говорят, что еще и шопоголик никогда не признается, что он шопоголик. Я думаю, что шопинг – это хобби, но если не выходит за рамки разумного, тогда это уже становится болезнью. А какие рамки разумного? Ну, у каждого человека свои финансы, и он сам определяет рамки разумного. Разумеется, если он потратит все свои деньги там на новые кофточки и тому подобное, но ему уже будет нечего есть, то это уже явно вышло за рамки разумного. Угу, пожалуйста. Я считаю, что, ну, я соглашусь, что какие-то рамки определенно должны быть. Нельзя потратить какие-то деньги только на одну вещь, допустим, крупную сумму. Ты можешь купить что-то более нужное, побольше. Я, например, чаще всего попадаю на распродажи. То есть вещь стоила, допустим, 15 тысяч, я могу ее взять за 5 тысяч. И если мне не горит вот прямо сейчас брать за 15, то почему бы не подождать? Но рекламы, тоже соглашусь, то, что ведутся люди. Как с ними бороться? Ну, это, не знаю, наверное, уже никак. Все уже как зомби ведутся на это все, бегут в магазин, на... Ну вот. Вот смотрите, опять-таки, слишком быстрый оборот, да, вещей, они еще не успевают, может быть, толком послужить, и мы теряем к ним интерес. Нужно ли тоже принимать какие-то действия, может быть, какая-то реставрация, или чтобы люди больше чинили, смотрели на вещи по-другому? Как вы думаете? Ну, как по мне, это как раз то самое ретроградство, о котором я говорил, потому что это мешает во многом технологиям двигаться вперед, потому что без дополнительных вливаний денег просто-напросто мы не будем получать какого-либо развития. То есть в ремонте нет ничего плохого, но если, например, ну, возвращаясь к тем же холодильникам, обычный холодильник бесконечно чинить, то ну, ради чего это банально становится каким-то хобби чинить холодильник, то есть, или там автомобиль старый. В этом уже нет никакого смысла, ты просто поддерживаешь состояние вещи, которую, ну, которую ты привык, ты не хочешь ее менять, и все. И в нем нет такого удобства, проще уже просто-напросто купить новый. Но вот бесконечная реставрация всего, по-моему, бессмысленна. То есть лучше пусть оно купится на свалке. Если есть деньги, мы можем позволить себе больше, да? Ну, если позволяют финансы, то да, или там, если, например, ну, вещь действительно мало прослужила, но на такие случаи есть гарантия. Хорошо. Предлагаю посмотреть, что же думают наши жители нашего города Казани о том, что такое шопинг. Что для вас значит шопинг? Были бы деньги. Это небольшая радость для каждого человека. Если приобрести что-то новое, можно поднять себе настроение. Да, если... счастье, все такое, Эмиль Золя. Есть ли какая-то грань, когда шопинг – это болезнь и когда это хобби? Да, думаю, есть. Но тут же, опять же, от финансов зависит. Если финансов очень много, почему бы и не поболеть шопингом, не считая, что это плохо. А если нет, то это просто хобби, наверное. Редко. Ну, а когда люди залазят в кредиты, я не знаю, чтобы себе что-то позволить, та же самая мания за новыми выходами, ну, новых версий телефонов. Это скорее, мне кажется,
понты какие-то лишние. То есть это уже от характера человека зависит. Если он в себе не уверен, если он думает, что его не полюбят таким, какой он есть, без всех этих гаджетов и так далее, то ему просто приходится все это делать, и он и готов и в кредит залезть, и куда угодно, лишь бы показать себя не тем, кто он есть на самом деле. Вот и все. Что для вас шопинг? Что для шопинга — это стресс. Не люблю покупать. Но так иногда, когда настроение хорошее, можно пойти купить себе что-нибудь. Как вы относитесь к шопингу? Что это для вас? Ну, это вообще супер. Мы любим шопинг. Это болезнь. И это не лечится. Это совсем не лечится, потому что мы девочки. То есть вы шопоголики? Да. Да. Открыто признаете? Да. Определенно. Молодцы. Расскажите, что вы испытываете после покупки? Облегчение. Счастье. Других способов нет, чтобы это как-то ощутить? Есть. Еда. Поездки. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к шопингу? К шопингу? Отлично, великолепно, замечательно, любимое дело. Хоть я и не девочка, но мне нравится. Как часто совершаешь какие-то покупки и что покупаешь? Шопинг. Ну, в основном вещь. Так-то. Ну, сейчас в магазины редко выбираюсь, а так чисто по интернету. Все-таки программист. Ты считаешь себя шопоголиком? Шопоголик? Нет. Почему? Ну, как бы шопоголик – это человек, который покупает вещи, которые ему не нужны. Но, а мне они нужны, как мне кажется. Хотя, кто его знает, шопоголик никогда не признает себя шопоголиком. Поэтому, нет, я все-таки не прям, что прям шмоточник, прям загребаю вещи кучей. Так, понемножку, по чуть-чуть. А как вы считаете все-таки, для большинства шопинг – это хобби или болезнь? Думаю, наверное, это повод куда-то выбраться, скорее всего. От скуки, да, люди ходят по магазинам? Ну, вот смотрите, допустим, даже вечер, да, холодно на улице, куда пойти, в супермаркет или просто походить по магазинам. Потому что сейчас там налажены у нас и детские площадки, и какие-то кафе есть, где можно отдохнуть с семьей или одному. И, в принципе, я считаю, это даже неплохо. Ой, к шопингу я отношусь в целом отрицательно. Я не очень люблю ходить часами по магазинам. И когда прихожу в магазин, знаю, что мне нужно, иду конкретно туда, куда мне нужно, и беру то, что мне нужно. Хотя, конечно, иногда, особенно когда это новые коллекции в наших известных магазинах, я задерживаюсь, но это уже женское, наверное. А как ты считаешь, шопинг – это болезнь или хобби? У меня есть несколько примеров, когда безобидное хобби перерастает в болезнь. То есть, когда начинают деньги, в общем, спускать уже впустую. Я считаю, что это болезнь, особенно когда люди покупают много-много вещей, которые потом ни разу не наденут или там не используют. И при этом это же финансовые затраты. То есть, это уже другая область, не просто хобби. Как вы относитесь к шопингу? Ой, очень хорошо. Она относится к нему. Я просто смирюсь с этим. Как ты считаешь, вообще шопинг, почему все так любят новые покупки? Ну, это поднимает самооценку, настроение, и просто как-то, как будто жизнь улучшилась. Хотя всего лишь вещь купил. Недорого и приятно. Ты ведешь какой-то дневник по финансовым затратам? Сколько у тебя в месяц вообще уходит на какие-то покупки? К сожалению, не веду. Я боюсь смотреть на эти цифры. Ну, вот входит мнение, что все-таки шопинг – это болезнь. А как ты считаешь? Ну, если не перестараться, то можно этого избежать. Но да, бывает такое у людей. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы хотим перейти к нашим экспертам. Вопрос к вам, Анна Сергеевна. Откуда все-таки растут корни желания что-то нам приобретать, покупать? Корней здесь несколько. Чаще всего это идет из семьи. То есть у нас бывает несколько типов семей, когда ребенок живет в очень обеспеченной семье. То есть мама, папа достаточно много работают, и он привыкает с детства, что ему делают подарки. Подарков делается много, хороших, дорогих, и ему кажется, что любовь равно какие-то материальные ценности, подарки, вещи, еще что-то. Соответственно, во взрослой жизни он тоже так реализует потребность в любви. То есть во втором варианте это семья, когда у них небольшой достаток, и ребенок смотрит на сверстников, ему хочется
это иметь, у него есть стимул, когда он взрослеет, все это иметь как можно больше и лучше других. И третий вариант, когда очень авторитарная семья, когда родители многое запрещают, ребенок становится достаточно неуверенным в себе, и, соответственно, вот этими покупками он опять-таки реализует свою потребность, чтобы доказать, что я чего-то стою, я могу сам решить, я могу сам приобрести. Все три ситуации объединяет потребность в любви и самовыражении. Это о корнях, да, проблем. Ребята много говорили о том, что реклама, мы все очень ведемся на рекламу, бороться с ней бесполезно. Да, реклама – это такая индустрия, с которой в самой индустрии бороться бесполезно. Но не нужно забывать, я вот хочу обратиться ко всем, у нас достаточно молодая такая публика, то, что помимо того, что себя выразить, какие-то интересные вещи приобрести, ведь можно не забывать и о том, что у нас есть индивидуальность. И наша индивидуальность заключается не только в том, как мы одеты, да, какая обертка, но и какая внутри нас начинка. И поэтому часто ребята, следуя вот этим модам, им хочется свои какие-то внутренние проблемы прикрыть красивыми вещами, но на самом деле это не решение. А какие вот первые звоночки должны нас как-то насторожить, что мы приближаемся уже к такой стадии именно зависимости от покупок? Ну, первые звоночки – это, конечно, очень частое посещение магазинов, интернет-магазинов, то есть в наш век очень много возможностей приобрести. Если рассматривать все-таки уж такой старый метод, когда ты приходишь в магазин, если человек постоянно меряет, но не покупает, возвращается в этот магазин, потом покупает, тут получается уже такой процесс, ему сама примерка важнее результата. Это тоже как-то плохо? Ну, конечно. Но это уже такая тонкая грань. То есть обычно ведь, когда приходишь в магазин, тебе важен результат, а не процесс примерок. А здесь у них немного подмена понятия происходит. Второй момент, когда, естественно, финансы все тратятся на эти вещи. И, приходя домой, они обнаруживают вот эта гора вещей. А зачем она мне? То есть может возникнуть такой, я не помню, зачем и вообще, как я все это купил. То есть это второй такой. Да, я был в такой эйфории, что мне все это показалось очень нужным, особенно распродажи. Распродажа, конечно, всегда делает свое дело, но это второй тревожный звоночек, то, что стоит уже так обеспокоиться. Ну и третий момент, когда человек понимает, что его интересы сводятся только к этому. То есть он уже не может получить какое-то самоудовлетворение от другого, и для него становится не просто хобби, а действительно уже зависимостью. То есть он получает радость, какое-то счастье ему приносит исключительно покупки, вот этот сам процесс примерок, выбора и прочего. Но опять-таки здесь тоже может быть два варианта, да? Если у человека хорошо развит вкус, он может свое хобби превратить в свое любимое дело. Ну, вот у нас как раз. Да, как после у нас замечательный, да, пример есть. Наверное, это но я не буду касается. Тогда забегать вперед. А нужно ли себя как-то ограничивать и бороться с искушениями? Я думаю, да, здесь должен быть рациональный подход, когда ты должен понимать, какие у тебя потребности, ну, что тебе действительно нужно на данный момент. Опять-таки, касаться финансовой стороны, это не совсем корректно, ведь она у всех разная, разные возможности, но, тем не менее, оценивать свои возможности, потребности и думать, что тебе сейчас важно. Можно ли вылечить эту болезнь? Можно. Шопоголизм. Конечно, можно. В наше время лечится все. Как? Ну, здесь различные способы из различных подходов в психологии, но самое главное, что человек должен осознать. Если человек осознал, что у него есть проблема, это уже 80% гарантии успеха при терапии. Если человека просто привели за руку и сказали, вот мы считаем так, но он сам так не считает, то, к сожалению, нет. Мы же знаем, что это очень редко бывает. Я вообще про любую зависимость, да, что человек не понимает или... Не знаю, говорят наоборот, если человек осознал, да, что я зависим, значит, он уже все, это 100%, например, он шопоголик. Но, мне кажется, люди не признают. Но со временем некоторые признают. В моей практике были случаи, когда ко мне обращались девушки, которые понимали, что это выходит уже за рамки какие-то, это отражается, например, на их семейной жизни, и им хотелось избавиться от этого. В Америке есть большое количество центров, где оказывают именно помощь уже больным и зависимым людям. А у нас в России, я знаю, по-моему, таких нет. Но нужны ли такие центры?
Ну, именно, чтобы лечили шопоголику. Да. У нас, конечно же, нет. У нас лечат более серьезная зависимость. Но, в принципе, я думаю, что в ближайшее будущее, наверное, у нас тоже это появится, потому что эта проблема нарастает, она набирает серьезные обороты, и вполне вероятно, что уже придется вот к такому способу прибегнуть. Хорошо, спасибо большое. Екатерина Гашук, стилист, фэшн-блогер. Хотелось бы, конечно, у тебя спросить. У тебя достаточно много клиентов, которые к тебе обращаются, чтобы сделать свой образ ярче, красивее. И ты помогаешь составлять им новые образы. И все равно интересно, вот ты сама считаешь себя шопоголиком? На самом деле, шопинг для меня – это нечто большее, чем просто там, чем болезнь или хобби. Для меня это какая-то частица моей души. И я это интерпретирую, наверное, как преображение людей. Для меня очень важно, как человек выглядит, как человек там обут, одет. И я не говорю о том, что я ценю больше материальные блага, чем какие-то другие. Нет, как бы все должно быть взаимосвязано. Но и на это тоже нужно обратить большое внимание. Почему я решилась на эту профессию? Потому что вокруг очень много девушек, которые закомплексованы в себе, которые не уверены, которые и другие еще, которые наоборот слишком уверены в себе, слишком, возможно, имеют какой-то доход определенный, большой, и они тратят все это на себя. То есть тут две грани. Моя клиентура состоит из или закомплексованных девушек, или наоборот слишком уверенных в себе, которые очень много уделяют своей персоне внимания и тратят на себя слишком много денег. Вот. Я очень люблю эту работу, наверное, потому что она меня очень вдохновляет. Я вижу, как девушки меняются со мной, я вижу, как они преображаются, как они благодарят меня за то, что я с ними работаю. И это не заключается в том, что мы просто взяли и купили вещь. Я свою работу вижу немножко иначе, как, наверное, больше, чем просто шопинг-гид. Это какой-то, это обработка просто личности и внушение того, что она прекрасна и так, но мы ее можем преобразить еще и по-другому. То есть я немножко даже больше беру, чем обычно девушки берут в этой профессии, работаю с душой, поэтому, наверное, у меня это получается с любовью. Я хочу донести до девушек это все. Ну, хорошо. А чем ты руководствуешься при выборе одежды? Во-первых, конечно, это глянцевые журналы. Vogue нам диктует, что нужно носить, как нужно носить. Они первые начали запускать всю эту индустрию. И сейчас до сих пор девушки, когда выходит Vogue на месяц вперед, они уже с 20 числа предыдущего месяца могут его приобрести, чтобы знать, что носить в следующем месяце. Катя, можно вот как раз сразу перебью? А вот опять-таки, мы прислушаемся к тому, что нам кто-то другой диктует. Да. А разве здесь и не теряется индивидуальность человека? Конечно. Когда он следует только тому, что ему навязывают другие. Конечно, тут немножко разные понятия. Есть мода, а есть собственный стиль. Стильно не всегда модно. Я подхожу к каждому персонально, индивидуально. Я не бегу за вот именно что за журналом, но это первое, что мы можем посмотреть по стандартам вообще, что можно носить, если ты хочешь как-то выделиться, если у тебя такой характер, ты хочешь показать себя как личность особенную, ты смотришь Vogue. Если тебе все равно, что диктует мода, ты просто подбираешь то, что именно идет персонально тебе. Вот. Хорошо. Вот как рационально тратить деньги на вещи? Я знаю, что вроде бы у тебя это получается. Давай делись советами. Да. Я, во-первых, это, наверное, относится к девушкам, у которых есть особый достаток. Они обращаются ко мне, потому что у них, во-первых, очень много вещей в гардеробе, которые не нужны или которые они не носят, просто они есть. И у них нет того, что им нужно. По Если факту. Наоборот говорить о тех, у кого мало бюджета, ага. Например, у кого да. мало бюджета, тогда я, наверное, смотрю. Во-первых, начинается все с разбора гардероба. Я смотрю вещи, которые у них есть, которые можно ставить, а которые, в принципе, уже, например, или ткань попортилась, то есть они растянуты, но девушки до сих пор их носят, и я им советую их поменять. Или, например, вещи, которые на один сезон были. Или, ну, в общем, очень много факторов, по которым я могу разобрать этот гардероб. Вы можете, конечно, у меня это потом узнать. Вот.
Второе, это мы идем с девушкой в магазин, я у нее узнаю примерный бюджет, сколько она может денег потратить. Например, 5000 рублей. И я, к примеру, думаю, в какой магазин мы можем пойти, примерно захожу заранее, подбираю вещи, которые ей могут подойти по типажу, по ее фигуре, по ее цветотипу. Вот, и потом далее мы идем с девушкой в этот магазин и подбираем примерные вещи. Даже если у нее нет особо какого-то материального там достатка, да, то я просто ей показываю, как она может выглядеть, если у нее будут деньги, если она сможет это купить. Вот. Хотя если нету все-таки возможности обратиться к стилисту. Да. Вот она потерялась в этих витринах в магазине. Как ей вот собраться, например, и не совершить каких-то ненужных покупок? Ну, во-первых, я думаю, что нужно девушку попросить, чтобы они нашли шаблоны в интернете, это все доступно. Какие нужны вещи в гардеробе, какие не нужны, во-первых. Во-вторых, они должны, наверное, просчитать, на что они могут потратить деньги, на что нет. Посмотреть в интернете, где они могут найти определенную вещь за определенную стоимость. И существуют некоторые вещи, оверсайз называется. Во-первых, они подходят на некоторые сезоны. Вот. И их можно носить абсолютно с разными вариациями одежды. Вот. То есть общие какие-то вещи. Слушай, ребята, у меня вот такой вопрос. Да, конечно, мы встречаем по одежке. Ну вот смотрите, в наше время, когда действительно люди слишком много уделяют, наверное, своему внешнему виду, какое у вас будет мнение о человеке, который, например, не меняет свой гардероб уже на протяжении 5 лет? Вот на чистоту. Ну, я не знаю. Я, в общем-то, к людям отношусь больше непосредственно после... Ну, выстраиваю, точнее, какую-либо оценку после общения с ними. То есть гардероб уже лично для меня штука вторичная. Нет, конечно, если человек там, ну, совсем как какой-нибудь, ну, грубо говоря, человек без определенного места жительства выглядит, от него нехорошо пахнет и прочее, то это печально. То с таким не хочется иметь дело, но в любом случае первостепенно это личность. Угу. Пожалуйста. Я, наверное, как и многие, встречаю людей действительно по одежке, а потом как бы я заглядываю во внутренний мир, узнаю, какой он внутри, и, может быть, тогда сделаю уже какие-то выводы. Ну, для меня, если человек не меняет одежду в течение 5 лет, если он для меня близкий друг или знакомый, я ему скажу: все, хорош, пошли, и... сам сопровожу вопреки себе. А если этот человек вообще не имеет никакого отношения ко мне и к моим знакомым, ну, мне, в принципе, будет вообще без разницы, в чем он, где он и как он. Поэтому такая точка. Спасибо. Думаю, если я встречу в своей жизни человека, который не менял гардероб 5 лет, то, думаю, я отнесусь к нему отрицательно. Потому что мода меняется каждые 10-20 лет. И... я думаю, что я пренебрегу общение с этим человеком. Угу. Ну, а я соглашусь с мнением Александра, то, что если человек выглядит опрятно, от него приятно пахнет, то, в принципе, впечатление человека все равно сложится хорошее. Спасибо. Анна Сергеевна, и слово вам в конце хочу предоставить. Все-таки мы подытожили немножко именно, где мы найдем грань, да, между все-таки зависимостью и таким хобби, развлечением, походу по магазинам. Как выдержать? Ну, в первую очередь, как я уже говорила, определять, что когда ты приходишь за покупками, что же для тебя важнее? Для тебя важнее стал уже сам процесс или все-таки результат? И результат не просто в куче вещей, которые ты пришла вечером, разобрала и поняла, что или там в мужском полу тебе тоже относятся, разобрал и посмотрел, что среди них очень много того, что тебе и не пригодится. Если так случается, то это, конечно же, становится таким звоночком, что можно задуматься, что все-таки для меня процесс стал важнее, и я просто уже, как мы смотрели интервью, давали ребятам, загребаю все больше и больше каких-то вещей. Второй момент все-таки это когда удовольствие становится зависимо от покупок. То есть
уже перестает интересовать что-то другое, это тоже это самый серьезный звоночек. То есть когда ты уже сам понимаешь, что вот у меня плохое настроение, у меня что-то случилось, мне уже не помогают разговоры с друзьями или какие-то выходы, прогулки, еще что-то. Что я конкретно иду в магазин для того, чтобы поднять себе настроение или как-то улучшить свое самочувствие. Ну, вот такие два основных звоночка, на которые можно ориентироваться. Спасибо большое, что вы пришли на нашу программу. Желаю все-таки ближайший уикенд провести не в магазинах, да, а, может быть, в кругу самых близких друзей. А, знать, что, конечно, стоит, наверное, прислушиваться к каким-то мнениям каких-то медийных, может быть, людей, да, что важно соблюдать приятным свой внешний вид, но не забывать, что мы все индивидуальны и какое-то, наверное, не знаю, равновесие внутри себя, гармония, да, она не всегда зависит от того, как мы выглядим. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». С вами была его ведущая Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.